А мне будут говорить, что падал прошлогодний снег. А я не буду говорить, что прошлогодний снег падал. Потому что этот замечательный снег 14 апреля года 2019. Нормальный снег, да? К слову о том, да, и у меня тоже возникают косяки. И первый, и очень крутой мой косяк произошел именно 13 октября месяца года 2000, по-моему, 4-го, я ж не помню, когда. А как бы это не 5-й год, ну не помню, в общем. Когда я поехал в Самару, да, я поехал почему-то на летней резине. 13 октября того года выпал четкий снег. И я попал на 6 500 долларов. Это примерно 4200 евро. Потому что мне теща как-то денежки выдала, а мне пришлось ехать за другими вещами. То есть спасать там одного товарища. Ну так вот, ладно, вот я на нее попал, да? И теперь я железобетонно переобуваюсь в зимнюю резину 10 октября. А теперь другой вопрос. Когда я переобуюсь на летнюю резину? Ну, зная о том, что на улице творится, да, я сейчас езжу на липучке. Вау, какая красота! Я думаю, что я переобуюсь как раз 10 мая. Там иногда тоже снегопады бывают на 9-е. Поэтому я торопиться-то и не буду. Вот. Чего и думаю, что вы себе тоже могли бы себе позволить. А теперь возникает вопрос, сколько у нас лета? А давайте все-таки определимся, что на летней резине мы будем ездить с середины мая по середину октября. То есть всего лишь 4 месяца. Клево, да? Даже камера немножко подбрасывает. Потому что камера начинает подозревать. И всем она может то же самое сказать, что, ребята, вы хоть вспомните единственно нормальных людей в этом мире, которые хотят пожить на территории России. Здесь проживают только мы, россияне. Нас очень мало, и поэтому мы не будем говорить, что на Россию кто-то там собирается рыпаться. Рыпались и неоднократно, все кое-что получили. Вопрос возникает другой. Почему в моей передаче нету сервиса? Очень простой вопрос, реально простой и качественный. То есть, грубо говоря, после операции, естественно, 2013 года я к сервисменам уже не обращался. Все делал своими руками. Ну и с деньгами была сложность. И сейчас я начал понимать, что, в принципе, лучше я на себя что-нибудь сложу, чем буду на него складывать. Вот. А еще такая ситуация была очень интересная. Вы знаете, вы умные люди, да? Вы сами можете придумать, как этого человека назвать. То есть, один человек сломал мне Мерседеса 600-го, коробку блызнул. А другой почему-то вот у меня на Форде Таурус тоже внезапно навернулась коробка. Я что подумал? Отдал ее одному специалисту, он и не сделал. Мало того, еще машину мне помял. Отдал ее другому специалисту, он двигатель вытащил через перед и попробовал сделать коробку. Отдал ее третьему специалисту, он провода, которые тот второй обрезал, собрал таким образом, что уже и коробка навернулась по самые кривые помидоры, да и похоже блок управления. То есть, ну, сами понимаете, к каким специалистам надо ехать. Такие специалисты мне не устраивают. Может, они вас устраивают? Я считаю, что это не есть так. И поэтому в гордом одиночестве мы будем все 4 пирога складывать на кого? Только на себя. И будем это делать не спеша, своими силами. К слову о том, что когда я сейчас приезжаю, и меня начинает втирать кренделетчик возраста так в 2 раза меньше, чем я, ну, то есть, грубо говоря, мне сейчас 46 лет, да? А когда мне начинает парняга впыривать, допустим, 23-летний, да, что он умнее меня, я начинаю думать, а настолько ли ты хорош, товарищ ты мой, аж ненаглядный, то. Поэтому давайте, если я куда-то заеду, те, кто меня смотрит, будут понимать, что я не простой человек. Я тоже этими делами умею заниматься и умею делать это хорошо и качественно для себя.